Я также хочу такие же подсечки. Ё-моё, комбо 5. Да ты что творишь-то? Вампир! Вампир, не соси мою кровь! Эй, да что такое-то? Эх, ребята. Что с тобой делать, чувак? Надя, сейчас буду я тебя тут в углу зажму и буду крутить, вертеть, вертухи тебя коленками запинывать. Мне главное, ребята, чтобы он далеко не ускакал, иначе у него жизнь будет восстанавливаться. Ты куда собрался-то, а, чувачок? Давайте, я сейчас будем локтями бить, коленками. Да, на тебе, получи. На тебе, получи. Потому что у нас меч длинный. А, ускакал! Ускакал, ребятки! Ну все, я не знаю сейчас, как я буду с ним бодаться. Так, давай в обратную сторону. Привет, ребята, с вами Мобик, и сегодня мы поиграем в Shadow Fight 3. Как я говорил в последней серии по Shadow Fight 2, которая была, наверное, не знаю, с полгода назад, следующая серия будет по Shadow Fight 3, и вот она. Я, ребят, тут немного поиграл. Все дело в том, что мне нужно было, во-первых, настроить управление, потому что играл я с геймпада. Плюс, в основном, это было обучение. Ничего такого интересного здесь пока что не происходило. Так, ребята, ну что ж, на данный момент у меня есть два таких коротеньких меча. У них есть свойство, по-моему, тройной удар какой-то. Еще, ребят, есть у меня топоры, но я этими топорами не пользуюсь. Они, хоть и урон у них побольше, то они стрёмненькие, мне не нравятся, ребят. Есть у меня еще вот такая, кто, я не знаю, броня какая-то и шлем. А еще, ребята, мы можем участвовать в дуэлях с другими игроками. Из-за этого мы получаем вот такие вот сундуки. Сейчас этот сундук будет открываться 3 часа. Помимо этого, мы его можем открыть вот за такие рубины. Но не буду этого делать пока что. Рубины нам, возможно, пригодятся. А еще, ребята, у нас есть тут задание. Так, два задания. Первое задание. Сыграй с Гизмо в игру его детства. Бой на очки. Сложность нормальная, награда 155 дырявых денег и что там, 2 рубина, да. И второе задание у нас какое? Сразись с вампиром, противник восстанавливает свое здоровье при ударе, здоровье падает со временем. Тоже нормально, 135 дырявых денег и 2 вот этих рубинчика. Еще у нас битва с боссом. Победи самоуверенного Дэн Рао. Очень сложно, точнее не очень сложно, просто сложно. За это награда, опыт и кристаллики, вот эти рубины наши. Ну что, давайте, наверное, отправимся бодаться с Гизмо. Гизмо — это наш ученик, или я не знаю, мы с ним, в общем, тренируемся вместе. Ладно, погнали в бой, посмотрим, что может этот Гизмо. У него собака длинный меч, просто очень длинный, и у нас два коротеньких, смотрите, какой. Какой я, какой он, так, что нам... 40 секунд дается, видимо, да? Ой! Гизмо пока что меня побеждает, но у него очень длинный меч, как я до него дотянуться даже не могу, ё-моё. На, чувак. На тебе еще. Давай, давай, комбо. Комбо, месим, месим. 26 секунд, ребята, надо его замочить, этого Гизмо нашего. Иначе как-то неинтересно. Ну что, 11-6, осталось 20 секунд. На тебе, ногой получи. На тебе, вот так вот, по ноге. На тебе еще, по ноге. На тебе. Ох ты, теневые удары, ребят, пошли. Ё-моё. 14-10 секунд. Если сейчас он мне 4 удара нанесет, и я ни одного не нанесу, то мы проиграем. Я ж мочу его тоже потихоньку. Так, 16-12. Есть, мы его еще и кинули. 17-12. Есть, мы победили. Ни разу не использовали теневые способности. И крутяк, вот так тебе, Гизмо, получи. Получи. Фух, ну что ж, мы победили. 155, ой, больше денег, ребят, мы заработали. Мы... укрепили наш доспех, получили новую каску и простой меч. Но предмет. Конечно, интересненько. Давайте зайдем в экипировку, посмотрим, чем отличается. Этот закрытый шлем, у него, значит, 17 защита, 19 теневой урон. У него есть теневое свойство, удушение. Окей. Этот шлем что у нас? Не, этот шлем какой-то стрёмненький. Не знаю даже. Войск к нему, ну не знаю, может нужно от этого открепить. Хотя у него, смотрите, к нему ничего не прикреплено. Ладно, есть у нас еще доспехи здесь какие-то. Укрепленный мундир, подлатник. Ну это стрёмненькие, мы вот в этом мундире остаемся. Так, ну что ж, и оружие у нас появился, меч какой-то. 36, простой меч. Значит, 14 атака, 10% критический шанс. Сейчас у нас 18 атака, 8 критический шанс. Ну, топоры, конечно, типа совсем крутые. Они какие-то свойства тоже имеют, сокрушение. Атака оружием, 10 критический шанс. То есть они, по сути, круче вот этих мечей. Ну, не знаю, мечи мне больше нравятся, чем эти топорики. Ладно, погнали, погнали. Ух ты, у нас есть 1000 монеток. Теперь можем купить бустер-пак.
Здесь у нас сейчас будет какой-нибудь новый... Новые карты какие-нибудь, приколюшки интересные. Ну, давайте посмотрим, может, мы какие-нибудь новые вещи получим или прокачаем старые. Ух ты, комплект штрафника, какой-то обычный доспех. Так, он же тут же прокачался, по-моему, да? Это у нас шаги колосса. Окей. Теневая способность какая-то. Закрытый шлем улучшился, крутяк. Так, дальше у нас еще какой-то шлем обычный появился. Давайте в экипировку зайдем. Что у нас сейчас шлем прокачался немного вроде как. Да. Что мне нужно с ним сделать, чтобы он прокачался? По-моему, он уже автоматически. Здесь у нас чего? Доспех обычный. 32, 32, 32, 54. Неинтересно. Так, из оружия. Ну, ничего не изменилось в оружии. Окей. Погнали! Ох ты, чё я ткнул? Похоже, ты наконец готов отомстить Денрау! Да нет, не готов я Денрау. С боссом мы пока что биться не это, не того. Ладно, давайте отправимся теперь сражаться с вампиром. Тоже нормально у нас. Никаких особых умений мы не приобрели, чтобы с Денрау-то сражаться. Поэтому погнали с вампиром. Будь сейчас восстанавливать свое здоровье, да? Мы оказались где-то, я не знаю... Ой, а что со мной? Ай, почему у меня какое-то снаряжение такое странное? Я не хочу, почему оно? Ой, у него же здоровье восстанавливается, надо его мочить быстрее! Мочить, давай, быстрее, мочи! Мочи, тень, ты где? Кагу, я за какого-то кагуна играю, ребята. Ух ты, я его ногой как ударил, из лежачего положения. Да что такое-то, у меня здоровенный меч, давай, неси вампира! Неси вампира, давай, давай! Теневых свойств у нас никаких нету. Почему играю за какого-то непонятного чувака в непонятной каске? Что за дела-то? Ну иди сюда, вампирчик. Ой, как ты можешь, сальтухи какие вертит, нифига себе. Ну-ка на тебе вот так вот. Давай, подходи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, длиннющий меч у нас, ребята, но что-то как-то... Какие-то непонятные штуки он делает. О, вот это я продырявил, вампир. Осиновый колышек бы в тебя воткнуть какой-нибудь. Да поглубже. Так, давай еще разок, еще так же мы засадим ему меч наш один разок. Ох ты, нет, ребята, я его так, по-моему, заделаю, уделаю. Есть, по коленке мы его рубанули. И сверху еще что-то замахнулись. Ну что, первый раунд за нами, крутяк. Хоть у него жизни восстанавливались. Но почему мы играем за непонятного какого-то чувака, я немножко не догоняю. Ну ладно. С чужим оружием, с непонятным чувачком. Давай, давай, месим комбо 3. Давай, давай. Давай, рубим теперь. Сначала ногами уделывали, руками там, я не знаю, коленками, локтями. Давай, рубим чувака, рубим. Ах ты, что делает, а? Подсечку мне сделал мечами своими. Вертуху какую завертел. Я также хочу такие же подсечки. Ё-моё, комбо 5. Да ты что творишь-то, вампир? Вампир, не соси мою кровь. Эй, да что такое-то? Эх, ребята. Что с тобой делать, чувак? Надя, сейчас буду я тебя тут в углу зажму и буду... Крутить, вертеть, вертухи тебя коленками запинывать. Мне главное, ребята, чтобы он далеко не ускакал, иначе у него жизнь будет восстанавливаться. Ты куда собрался-то, а, чувачок? Давайте, я сейчас будем локтями бить коленками. Да, на тебе, получи. Потому что у нас меч длинный. А, ускакал, ребятки. Ну все, я не знаю сейчас, как я буду с ним бодаться. Так, давай в обратную сторону. Ай. Ох ты, еще кидается. Еще кидается-то, да что такое-то? Вертухи вертят, ребята. О, мне кажется, мне хана пришла. Мне пришла хана. Хотя нет, смотрите, издалека я его своим длиннющим мечом как рубаю. Давай, еще пару ударов, чувак. Есть, вот это да, ребята. Как это называется-то у нас, когда мы на последнем издыхании побили чувака? Горит, по-моему. Но что-то здесь нам ничего не написали. Все-таки мы победили этого вампира непонятным, неизвестным каким-то... чувачком. А, ребята, у нас постепенно прокачивается. Я-то думал, уже нам мы прокачали наш меч, там, доспехи. Оказывается, нет, у нас какая-то шкала есть. Понятненько. Ну ладно, фанатка Кагуна. Вампир был повержен, несмотря на укусы чудовища. Кагун быстро отправился и был готов к новым свершениям. Кто такой Кагун, я не понимаю, ребята. Почему я за него играл, тоже мне не особо ясно. Давайте, наверное, отправимся в дуэль, что ли, хоть. Может, там еще какой-нибудь сундучок заработаем? Ну-ка, нам противника сейчас найдет компьютер. 138, чего, я не знаю. В общем,
Судя по всему, я круче этого чувака. И сейчас мы его быстренько уделаем. Каких-нибудь равных противников подбирал мне компьютер? Что за дела-то? Ух ты, какой волосатый чувачок. Ну что? Билал какой-то. Билал, индус. Я не знаю. Ай! Что творишь? Что творишь-то? Чё ты творишь? Чё ты творишь? У него обычный меч, ребята, который вот у меня. Я его, смотрите, запинаю. Давай, по коленкам даже сделать ничего не успевает. Билал, а я тебя запинаю сейчас. Ух ты, нет. Смотрите, ожил тоже, тоже начал пинаться. Ну ладно, давайте я тогда будем рубить сейчас. На тебе, сверху. Так, уложили. Ну и чё? Ух ты, теневой удар. Ну ладно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Давайте забодаем в этом теневом ударе вообще без теневых свойств каких-то своих. Есть, мы зарубили этого чувачка, это было очень легко, я не знаю. Ну, какой-то странный противник нам был подобран. Давай вот так начнем. Эй, нет. Я хочу его сейчас вот по низу вот так вот уделать. Давай. Не подойдешь ко мне, чувак. Ах ты, нет, все-таки заехал мечом. Вот это да, я аж отлетел. Ладно, давай, мочим. Мочим. А, да что такое-то? Удары, ребята, какие-то. Пока мы развернемся, 100 лет пройдет. Зато урон, смотри, какой. На тебе! Есть! И еще разок. Эх ты, подходи давай. Подходи. На! Есть, готово, ребята. Второй раунд тоже за мной. Крутяк. Ну да, стрёмненький был чувачок. Мне интересно, мы получим какой-нибудь ящик за него, нет? Так, мы получили... Сколько там? Плюс 50 кубков. Обычный сундук опять. Видимо, ребята, как в Кэтсе, мы можем 4 сундука сюда запихать. Давайте еще раз в дуэль отправимся. Будем, значит, открывать сундуки. О, вот этот противник уже посерьезнее будет немного. Ну ладно, погнали. И отказаться, главное, мы не можем, то есть как в Кэтсе. Перейти на другого противника. Ух ты, этот уже как-то... Обмундирование у него тут такое. Ух ты, на тебе. На тебе! На тебе! Ронда! Ронда! Ну-ка, Ронда, на тебе еще разок. Ах ты! Чё, подсмотрел мои удары? Ах ты! Ах ты, гаденыш, на тебе! На тебе, вот так вот еще. Осталось еще совсем чуть-чуть. Чё ты, теневые свойства-то какие-нибудь используй? У тебя их нету, зачем ты туда перешел тогда? Непонятно. Просто так, показать. Чего-то ты хотел мне, непонятно. Ну ладно, можно сейчас и нам теневые свойства начать использовать какие-нибудь. На тебе, чувак. Так, еще у нас теневое свойство есть. Это что такое-то? Так, давай. На тебе, и я пол сейчас мы его шандарахнем. Да, все, готово. Ну а теперь добиваем, ребята, ногами, руками, мечами, месим. Месим, рубим эту ронду. Ой, что, промазал что ли? Вот так вот типа по ноге. На тебе, в бубен! Нет, это был не бубен, ребята, это были колени. Фух, ну что ж, первый раунд снова за нами. Чувачок был посильнее, чем предыдущий, но... А, нет, не первый, это что, уже 2 раунда я победил? Серия из 2 побед. Новый дан. Типа новый уровень, что ли, я не знаю. Окей. Редкий сундук, вот это да. Прикольненько. Мы можем сразу несколько сундуков открывать. Ох ты, я что-то сразу отправился в следующий бой, ребята. Не успел я даже посмотреть, что там за сундук такой интересненький у нас. Ну ладно, погнали в бой. Этот чувачок уже более-менее на равных у нас сейчас будет сражаться с нами. Так, давай, 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 посмотрим. Мы уже где-то в городе в каком-то. Лолих, ребята. Этот уже с теневыми свойствами, чувак. На тебе. На тебе. С топориками, ребята, которые я не хочу себе никак. Так, давай. На! На! Ну чё, без теневых свойств замочим? На тебе ещё. Есть, свертухи с ноги дали. Он потерял свои топорики. Ну чё ты теперь можешь? На тебе, вот это да. Лолик готов, ребятки. Ну что ж. Он оружие потерял, и, видимо, свойства вместе с этим свои теневые тоже потерялись где-то. У него, смотрите, у этих топориков же свойство есть какое-то. Так, откатываемся. На тебе, на тебе, на тебе, лолих. Не ожидал, да? Так, не ожидал. Ой, сейчас бы нам свойства бы он свои теневые не применил бы. Эх,
А все уже не успеет, ребят. Ох, как он меня мочканул. Вот это да, ребята. Мне бы сейчас подняться вообще. На. На тебе, на. Давай, комбо, месим. Комбо, давай. Да что такое-то? Он меня сейчас поди еще уделает. Вот это будет. Так, ну что ж. Нам можно... Эй, нет, чувак. Отойди от меня, отойди. Вот, сейчас еще один удар. Есть, вот это да. Опять я на последних секундах его... Там хпшки оставалось процентов, я не знаю, 5. И мы замочили снова, ура! Плюс 30 этих кубков, что-то там серия побед и обычный сундук. Окей, что у нас сундуков уже 4 штуки. Мы можем начать сундуки открывать. О, мы можем, ребята, его открыть сейчас за 32 вот эти вот рубинчика кристаллика. Давайте откроем редкий сундук, мне просто интересно, что там такого редкого. Ой, новая способность какая-то, новая каска и новый меч, но он будет доступен только с 3 уровня. Плюс 430 монеток мы получили. Так, давайте зайдем в экипировку, потому что я не успел ничего прочитать. Так, это наш закрытый шлем, он прокачивается потихоньку. Вот какой-то шлем тоже, теневой урон у него какой-то есть. Защита головы 12, стрёмненький. Ну, эти шлема какие-то стрёмненькие, их нужно прокачивать, ребята. Что, мы еще получили какой-то меч. Это простой меч. Он вот сюда. Да, вот, смотрите, с 3 уровня, ребята, будет доступен. Редкий двуручный меч. Сила 127, атака 56, 6% критический урон. И сокрушение у него, как у этих топориков, свойство теневое, да? Окей, я не знаю, что сокрушение, ни разу не пользовался. Так, а доспехи? Доспехов нету, ребята. Есть вот такие какие-то, но они будут доступны со 2 уровня. Мне еще до 2 уровня топать и топать. Ну что ж, ребят, на сегодня это все. Вот такая вот коротенькая серия. Это, можно сказать, обзор, первый взгляд на игру. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки. Ну а с вами был Мобик. До новых встреч. Пока-пока.